Эвакуированные жители Баткенского и Лилекского районов начали возвращаться в свои дома. В настоящее время сотрудники милиции усилили разъяснительную работу среди населения. В регион привлечены дополнительные передвижные пункты милиции. Также работают психологи и медработники. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Кроме того, новый полномочный представитель правительства в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя государства, пограничной службы, дал свои первые распоряжения по стабилизации ситуации в регионе и поддержке всех пострадавших от инцидента на кыргызско-таджикской госгранице. Сегодня коллективу Абдикарима Алимбаева представил первый вице-премьер-министр Артем Новиков. В первую очередь мы должны сохранить безопасность жителей в приграничных районах. Органы местной власти начали тесную работу с жителями. Я дал распоряжение всем главам Айлокмуту в первую очередь решить проблемы народа. Любые вопросы должны решаться на местах в кратчайшие сроки. Главы будут работать с утра до вечера, лично ездить по пострадавшим местам и быть в курсе происходящего. Координировать ситуацию будем совместно с силовыми структурами и правоохранительными органами. Жерлерде чечесиң деп туруп. Калган жумуштар азыр бул жерде көрүп жатасыздар.